Сегодня посещаем баскетбольный матч между мальчиками, которым по 12 лет примерно. Здесь у нас пару человек играет. С 11 школы вот подкол бегает между нашими майками. Может ему... Сейчас синяя команда выигрывает пока. Здесь по два состава у них меняется через определенный момент. О, молодцы! Синяя снова попадает. Выигрывает со счетом 8-2. Красные проигрывают. Синие нападают опять. Красные в защите. 10-2. Еще за красных у нас играет Балан. Из 5 класса 1-2. А здесь синих попкол. Опять красные использовали в атаку и пол. За боковой бросает пупок наш. Удачная передача. Ну вот они тут. Приходят обучение. Первые шаги, можно сказать, делают в баскетболе. Ну, так становится постепенно спортсменами. Развивая определенные навыки. И счет по-прежнему 10-2. Попов мяч. Попов готовит. Попов. Передача. Самостоятельно прошел. Неужели? Нет, не попал. Так переживал за них. Да. Не забил Попов. Ну ничего. Все вот у нас. Тут не планов. Красные на падении, у них всего 2 очка пока. Счет становится 12-2. Очередная атака команды красных. Пора забивать. Не получается. Снова поток. Взял мяч. Не потерял. Индивидуально хочет играть, хочет забить. Но не получается. Передачи надо все-таки давать. Очередная однако красных и очередной промах. Эх, попал в мяч, попал. Жалко, не удалось ему бросок делать. Ну ладно, вот мне познакомиться с баскетболом. Здесь у нас тренера работает Курусов. За синих сейчас тренер. И с красными работает Путин в данный момент. То есть это терраспольская спортивная школа. Пока достаточно нам.